Что ты этот номер рум инхел, блядь, запускал? Да. Что это было? Без понятия. А, ёптать, это, блядь, это хуйня включается. Ну и чё там? Да хуй знает, я пока не понял ничего. Я запустил карту там. Типа играть, не играть. Хуй-то какая-то. Хрен с ним. Блять! Что это? Где это? Да здесь мы сразу по этой не страдаем. Блять! Два сразу запустила. Ебать! Нихера себе! До этого у нас тут трех девочек, блядь, маленьких запустила. Так громко. А, минус. Да, минус. Так. Вижу. Бля, хотя по градуснику нет. Черкаша нет нигде. Блять, что, градусник не дает, минус. Попробовал. А, все, вот, есть. Значит, минусовая, да? Срань господня, блядь. Такая страшная это, блядь. Все равно криповый дом. Довольно-таки. Dear you call me monster. Тут даже voice не надо говорить, он срабатывает, прикинь. Нас подслушивают, короче. Походу игра считает, что мы типа всегда разговариваем. Хотя, нахуя? Блин. Нахуя тогда у меня есть кнопка, чтобы говорить? Чтобы говорить со мной. Фонарик. Где дверь? Ну, в спальню дверь закрыл. Отпечатка есть. 3 МП. Отпечаток есть. Так, значит, отпечаток руки. МП может быть, рисунок на холсте. Может, она сейчас в комнате. Есть жизнь, следы экоплазмы, микрофон. Так, все, может быть, где микрофон? Экоплазма, давай посмотрим. Экоплазмы нет нигде. Не, ну все-таки здесь мастерской. Короче, ей жить не будет, может ее нахуй кидывать. Ну да. Чтобы она тут не пердела. Октоплазму тоже не видно. Здорово. Блядь. Извините. О, еще и 3 девочки. Я тебе говорю, она 2 сразу запустила в прошлый раз то же самое. Только наоборот, сначала на девочек запускал, потом этого. Блять, у меня уж сосочки встали. Трахнул, да? Нет. Они туда. Мне кажется, тут где-то следы эктоплазмы, которые. 4, блядь, чё, на чё 4 среагировал? Чё он сделал? Свет включил. Есть 4 на свет, блядь. И 3 на клоуна с девочками. Да, отпечаток есть. Вот непонятно, блядь. То ли здесь, то ли там в коридоре где-то. Блядь. Блять, мне пизда, да? Походу, да, мне пизда. Это все моргает, мне страшно. Не иди сюда.
Она ко мне вроде пришла. Так, у меня перестал моргать. Да, у меня крест. Да ты чё? Серьезно, блядь, сразу опять атака? Чё у нас там с рассудком получается? Тебе что ли пошло? Возможно. Попал. Нет? Нет, он около меня. Все бы вы нахуй из этого дома, блядь. Да ну нахуй. У нас варианты вообще в академии. Ну, этот... Следов не было? Не, ревенанты, наверное, ебашь, я хуй знаю. Сколько рассудок посмотрел? Я ревенанты выбрал. Пихуй. Это, блядь, ну, блядь, атака за атакой, это, блядь, прикол. Да он такой непредсказуемый. Ты мертвый, а у меня 52%, блядь. Ну и ревенант может вроде наполовину как раз атаки пускать. Возможно. Ревенант, по-моему, вообще хоть никакой, ну, скажем. Да, у него как хер встанет, так он пойдет. Вот так вот сам неадекватный всех. Да, ревенант. Ревенант. Ну, хоть угадали. 900 дали. Так, что там срастает? Ну-ка. А, сейчас добавлю, погоди. Так, получается, главное не, мне не помирать, да? Ну да. А тебе все добро. Ну, я весь лук, блядь. Так, ну все, что мог добавить, добавим. Поехали. Мне 9000 надо, блядь, по пентхаус. Удачи. Если я буду помирать, блядь, то я хуй их накоплю. Ну ты ничего не берешь, а шраф нет. Ну, собственно, и мы как бы опять фармхаус. И мы как бы игру не заканчиваем за эту. Интересно, а если ты купишь хатов, я к тебе приду, я смогу тоже квесты взять? Ну, по идее, да. Мы же в одной катке будем. Делать еще вот в одном лобби. Так надо будет мне делать эти. Ну, а, тебе придушить. Тебе надо будет лобби создать. Ага. Тебе, блядь, вот опять карлик. Это так низко с вашей стороны. Да? Ты чё, фотографии поправить по спеть? Понятно. Кому ты чё это? Нет. Мне ещё раз определить теплицу и досковую же надо ответ. Я взял микрофон. Так и не посмотрел, что у меня на задание. Свеча один из двух. Гвоздь сердца кукла, блять, там кукла у нас была в первой катке. Угу. Уничтожить призрака с ружья. В доме с ружья надо уебать. Дверь детскую сразу же открыта. Побазай со мной. Поговори со мной. Ты где? Так, где эта девочка бегающая? А, так, в цветке. В цветке нет, в углу нет. Где она еще может быть? Не знаю. Кстати, и надписи нет. Надписи нет, да. Я тоже зашел, посмотрел. Это какой-то интересный скрипт? Она где-то может, он рандомно появляется. Где-то она типа появляется, ходит, бегает. Это ты открыл дверь? Да. Температуры нигде нет. Как обычно. Пока он что-то не сделает, блядь, не появляется. Нихера. Я тебя могу обрадовать, выходим. Че? Он у меня спиздил микрофон. Ну, это, в принципе, неплохо.
блядь, как где это шоу. Улики на мах. Где там щелка там, пиздюк? А где я не видел? На втором этаже. Нам чё, еще понять, где это он. Это что было, блядь? Крест. А, блядь, кресты переворочные наши. Да? Свечки. Так, надо, кстати, дождись нет. Момента, когда призадую свечу, сделать что-то фотографию призрака. Так, сейчас я вас отскажу. Конечно, очень хорошо, что мы сразу определили призрак. Но это нехорошо, если он видит крест. На первом этаже в дальней комнате. В спальне? Да. Хорошо. Сейчас видите, я кресты не вижу вообще в упор. Он их спиздил. Один крест, блядь, нашел на этом месте. Блядь. Блядь. О, доска Уиджи. Прекрасно. Мне от нее надо. Страшная хуйта. А, вот крест. Где он там чумится, блядь, я понять не могу. Парни вдалеку. Бери фотик, пошли. Да, как херово будет, если он фотик спиздит. Там, блядь, четыре хуйни на стене намазал. Четыре черкаша сделал? Интересно, зашел? Ага. Ты знал, там гиперактивный. Ну, да. Здорово. Блядь, кто? А дверь закрыл? Угу. Сука. Блядь. Хуета, блядь. Трёмная. Четыре. Он тебе под юбку залазил. Задуй свечу. Дело. Hello. Ёпт. Возьми стекло, посмотри, где. Там тут две справа, два справа черкаша, слева черкаш. Блять. Фотографии. Оп, засчитало. Да. А где? Че он смотрит? Блять, он его спиздил уже, что ли? Задул свечу. Задул свечу. Но мы крест один не нашли. Один крест. А, душу. Я нашел. А, заебись, осталось теперь его выгнать. Так, а... Так, а че? Где у нас эти генераторки работают? Тут неактивные, я хуй знаю. Мне еще доска Уиджи нужна. Вот здесь. А вот они активные. Ну, в теории у него два пути. Через второй этаж и... Да, и надо его где-то ловить. Либо там, либо там. Так, как задать вопрос доске? Ты где? Сколько тебе лет? Нет, а... Спроси, здесь ты или нет? Can you hear? Can you hear? Она разве работает? Как по-моему? Здорово. Я в ванную. По идее, он должен пойти коротким путем, ну то есть через низ. Логично? Логично.
Нет, не логично. Это ты сделал? Да. Нахуя? Почему бы нет? И сейчас у нас два креста исчезают из другого, выйдут, блядь, видео. Странно, что у нас еще ищет. По-моему, надо его заманить где-то, блядь. Убежался. Могу приманкой побить, в принципе. Он пропал. Вот две свечи забыл. Кстати, он у меня больше ничего не воровал. Can you hear? Ну, стекло с полом спиздил. Can you talk? What's your name? Так, давай приманю засеть вот тут. Оп, разок сработало. А, в смысле он мне крест сжёг? Блядь, пидорюга. Да я чего бы сюда принёс? Вот эту хуйню передо мной ещё появился. Он, блядь, все это прошёл через эту херню и сжёг мне крест. А ещё так идёшь? Причём, нет. А чё же такой стрёмный? Причём я стоял вот здесь, вот как он мне сжёг крест и прошёл через это. Что за звук странный, блядь? Как будто так идёт ещё. Нет никакого звука. Can you hear? Hey, пидор. Блядь. Ну, пизда. Ну, мне так точно. Стрёмные звуки. А он через верх еще здесь идет? Да я не понял, откуда он, я его не видел. Ну, конечно, самое простое, это когда, блядь, около дальней комнаты, там он хуйня срабатывает. Там, блядь, нет пути. Ну, да, там типа один вход, блядь, там. О, сработал. Что сработало? А что за звук сработал? Can you talk? Talk, блядь. Ответь, блядь, мне уже что-нибудь. Сколько тебе лет? Сука. О, нихера тут какая-то надпись. I hate the light. Иди. Ты видишь? Нет. Я не вижу. А он где-то есть, сука. Он не оттуда начинает, он, блядь, из... Он оттуда начал, блядь, из прихожки. Ага, но тем не менее сработал. Да, сработал. Он еле убежал оттуда сюда. Ой, я... девчонка, блядь. Это, блядь, прикол. Может, он, блядь... I hate the... А, свет включился, девчонка побежала, я понял. Когда? Ну вот, видишь? Видишь, это свечки включились. Брось доску. Hey. Are you here? Нет. Да are как... you here? Спроси у него. Какого хуя, блин? А, получить ответ доски, я засчитал. А, он стоит вот здесь. За закрытой дверью. Я увижу его. У меня крест спиздил. Земля бетона. В смысле, за нами клон бегает, блядь? Да. Сам себя запер, мудак. Я не буду к тебе подходить, тут у тебя руки длинные по-любому. Тут что-то разрабы проебались, почему он сквозь него не проходит.
Так, где крест? Он кухню закрыл. Блять, он тут цветы двигает. Что происходит? Он, блядь, переместился, как будто бы. Слушай, может он реально меняет место? Ну я хрен его знает. Потому что в прошлый раз он прямо так, вот отсюда побежал. Стекло я нашел, но мне нужен крест. Куда я его на спидил? Вопрос, конечно, хороший. А, вижу крест, он в этой, блядь, где лесенка, короче, да, закрытый дверь. Да? Вон там. Да. На пентаграмме лежит. Вот так, вот так и покажу. Я вижу. О, идет, идет, идет слева. О, блядь! Подожди, нахуй, отойди от него. О, прикольно. Шо он нахуй, пидор? Ненавижу ебаных клоунов. А что, есть смысл так лежать будет? Тут просто лежит клоун, теперь наклонись сейчас. Ну ладно. Будем считать, что это кукла клоун, в котором селилась какая-то хуйня. Да-да-да. А мне кажется, ли он два раза только пробежался? Три. Три, он еще раз зачитал. Был. И хуй сейчас не на мах будет. Да, будет смешно, конечно. Не, ну предмет он пиздит, пиздит. Ну да. Как бы очевидно. Разрабы тут тоже проебались. Это сразу понятно, блядь. На мах. С одной стороны да, с другой как бы... Почему бы нет? 1900. Должен быть призрак, которых легко определить. Ну так-то да. Блять, того же ревенанта, он вроде как бы должен легко определяться, но он, блядь, просто агрессивный хуй, блять. Но при этом любой другой призрак может такой же хуйней страдать, блять, практически. Ну да. Я надеюсь, эта хуйня не вылетит. А, опять Шредхаус. Угу. Она и у меня, и у тебя вылетала. Ну да. Ты заебался, я и Катя, я хуёбаный хуй. Бля, пойду попить, что-то мне сушняк, я долго какой-то. Ладно, я вылетел. Прекрасно, дай угадаю, тебя отъебнул. Угу. Ну, походу, с первой картой что-то не так. Да, видим.
Блядь, захожу поссать. На это, на горшке сверху, блядь, две кошки сидят, спят. Ништяк. Подумал, хер с ним, пошел в ванную, блядь. Одна кошка прям в ванной лежит, другая, блядь, на батарее, третья. Там на это, на досках лежит. Холодно, кошелом стал. Ну там, в принципе, в ванной тепло, там маленькое помещение. Это батарея змейка. Греет неплохо. Мне кажется, ты скоро там тоже будешь ночевать. Возможно. Ох, Куросава, хаос. Одни хаосы, блядь. Это хоть не вылетело, блядь. Выкался нахер, блядь. Так, кому там отвечает? Отвечает наедине. Наедине. Понятно. Катаны, картины, свеча, да. Блядь. Впрочем, ничего нового. Hello. You talk. Я бы кался. Сейчас, погоди. Так, картину сразу надо посмотреть. Так, череп влево, вру, вправо. Hello. Так, тут еще картина где-то. Так, полоска вправо. Hello, can you talk? Can you hear? Ты здесь? Ты там? Ты тут? Сука! А он хоть раз в горшке появлялся? Не помню. Hello, can you hear? Везде свет лопается, понятно. Так, а в серединочке у нас что? Can you talk? Can you hear? Hello. Заебал. Хангри. Enjoy your meal. Хангри? Ом-ном-ном, блядь. Так, ты тут? Так, глаза нормально стоят. Светом ты еще щелкал? Да. Can you talk? Can you hear? Hello? Saib. Hello? Go smoking. Так, где-то у нас тоже нормально. В комнате он начал. Где-то у нас тоже нормально сидит. 5 МП. О, отлично. 5 МП. Есть. Ну-ка, пойду попробую побазарить. Да. Блять, фризит, сука, что-то. Чё фризишь, мразь? Потому что где-то здесь.
Can you talk? Hello? Can you hear? Hey. Talk me. Talk me. Блять. Go smoking. Ага. Он свет в коридор выпущил. Да он и дверь мне перед ебалом закрыл. Ты чё, дурак, меня пугал, блин? Это он закрыл дверь? Что у нас там с рассудком? Так, нам надо взять свечку. 90 еще. Да ладно, блин. Вообще идеальный рассудок. Блин, меня прям дергает, что за хуйня-то, блядь? ФПС до 10, блядь, падает. Ну, Макс, все нормально. До 5 градусов упало. Да, блядь. Кидается, сука, ну не отвечайте на чё. Hello. Привет. Бонжурно. Блядь. Ты завис? Ты вылетел? Походу. Потому что так повис прикольно. Повис прикольно. Да, ты прям в одном меху. Пятипокаю, блядь, даже. Когда дискорд найду. Ой, блядь. У меня просто картинка застыла и все, ебать. О, смотри. Нихуя. О, выключилось. Да, неплохо, неплохо. Короче, ты вылетел? Да. Сейчас с демологистом вообще беда. Ну что-то нахуй вертили, блядь, до этого не было уж таких проблем. Так конкретно не вылетало, по крайней мере. Да, я вообще не помню, чтобы она вылетала, блядь. Да, она зависала, когда мы рандомно юзали. Ну, тот же код... У меня даже ошибки никакой не выдал, у меня просто зависла картинка и все, и потом игра просто вышла, вылетела, все. Ну и хуй. Мара была. Шумара. Призраки Мара. Мара. Там, по-моему, рисунок. Тяжело обнаружить. Минусовая температура, рисунок, ЕМП. Если кто-то находится рядом, охотиться не захочет. Понятно. Призрак, который любит поговорить, в отличие от других, менее активен. Ага.
Швырялся, нихуя не разговаривал. Настройки. Что тут в настройках можно, блядь? Графика. Что в диском стоит? Что тебе еще нахуй надо? Куда еще-то? Пул. Give me beer. Нет, это не таракану в ЕМП. Че? Настройка есть. Не отображать таракана на ЕМП. А, это да. Бразилия, бля. А, сверкли. Нидерланды. Лебанон. Корея. Вертикалку включу, вдруг, блядь, поможет. Кого? Вертикалку. Ну, ограничение 6 секунд. Пул. Вдруг, блядь, из-за этого проблемы какие-нибудь. Так, код же тут. Да, да, тот же код. Это мы еще и на легком, короче, играли. Опять Куросава. Так и хочешь, чтобы мы здесь играли. Это великий рандом. Отключить руку наедине, катана, картины, свеча. То же самое. Может, выберем Мару, вдруг она подумала, что мы эту игру продолжим. Да нет. О, вы вернулись! Ха! Че, блять, экономишь чужой свет, а? Да, мне кажется, чем больше мы включаем, тем чаще они лопаются. Типа напряжение? Ну, типа того. Хорошо, давай включим. Ну, кузырь оставим. Деревцы красивые. Hello. А ты стоит ограничение кадров, не? У меня вертикалка стоит. А, ну то есть это уже 60 доска? У меня не 60, у меня 130. А, ну да, по герцовке. Вообще должно быть 165, но больше 140 не прыгает. Бичмандалох. Глаза лобом направо. Это срёт как? Ну, это нормально. Срёт. Блять! Включил свет? Выключай теперь. Будешь менять трохану? Да. Сука.
Хангри. Hello. What's your name? Can you hear? Talk me. Заебал. Во, курить. Go smoking. Говори сам, заебал. Так, полоска вправо. Да. Полоска вправо. Крестик висит. А что там надо говорить, где крест? Девил. Диабло. Диабло, по фавор. Кто хрипит? Где-то шуршало что-то. Походу, да, сокру. Я тоже слушал. Дьявол. Да, у Сакуры что-то шуршит. Девил. Демон. Сука. У Сакуры? Ну, ты тоже слышал, да, что шуршал? От Сакуры он что-то чем-то шуршал. Там, два МП есть. Два МП. Hello. Can you talk? А, картина летает. 5 МП. Заебись. Ну, я бы так не сказал. Говорит, он, сука, не хочет. Так, я МП... Ой, я МП, 5 МП. Я МП. Не, ну, блядь, разговаривает, он вообще прям фу, не хочет. А ты картину. Вон опять картина летает. Рисунок. Да ладно. Может, это реально Мара опять? Никера, смотри, какой он прикольный. Первый раз такой рисунок. Квартира, призрачек такой стоит. Отпечатки, есть же нет. Отпечатки минус или некрофон. Ну давай, выйди по базарь. Иди, иди. Некрофон прям рядом с собой должен быть. Так, ну что, здесь... Если бы я его видел. Мисунок на холсте. What is your name? Can you speak? Да хорош, блядь, шевелить все. Are you here? Таракан съебывается, блин. Talk me. Не хочет отвечать, да? Нихера себе красиво. Она себя просто нарисовала. Я себе. Вы себе нарисовал, по-моему, тип призрак. Мне на очко придавило. Ну, собственно, на уши присел. Прям пятеру херачит, прям жестко. А что у нас еще какая? Некрофон. Следа не будет. Ей же не будет. Минусовая. Отпечатки минус и микрофон. Ага. Ну-ка, отойди отсюда. Хэллоу. Его покурить. Гоу смокинг. Can you talk? Talk me. Гост, talk me. Говорю, поговори со мной, сука, а не бегай за мной в рот. Чё с рассудком у нас? Полтинник. Блять, он все швыряет, там есть полтергейст? Нет. Значит, не он. Анрё, Юкай или Мара?
Посмотрел, он не, не шибко быстро ебать. А нет, что-то побыстрее стал. Прям, блядь, догоняет. Все, он успокоился. Так, а на Рёйта, который влюбляется в одного и не трогает другого. Сука страшная, блядь. Блядь, у нас часов нет, ЮКА, так, посмотрите. Вот. Часы есть, временем, часы короче. Есть. А есть. Сколько сейчас пока на часах, надо посмотреть. Без пяти как спили, полчаса как ищут. А что, по рассудку там? 50 можно пожелать. А, плюс. Сколько сейчас? 8-9 было. 8-9, блядь. Где-то хочется по меньшей мере однажды с период с 8 до 10. Очень активен с 6 до 8, а также с 10 до 12. Возможно, ЮКАЙ. Пока он подходит, блядь, по времени. Давай выберем ЮКАЙ нахер. А что у него вообще по ау? ЮКАЙ. Микрофон. Микрофон, вот, кажется, микрофон нам не дает. Пойду еще раз попробую попиздить. Ты крест остался? Да. Но он не довел мне. Ты кто третий? Амара. Шмара, блядь. Амара наоборот, наоборот любит попиздить вроде, да? Да. ЮКАЙ. Мара. Гост. Пидор. Чмо. Хуй, залупа. Hello. Can you talk? Это не вопрос. Слушай, он точно за тобой бегал? Да, может, да. Он шарабил? Нет, он за мной бегал. Да. Hello. Так, какие у нас там? Минусовая градусник тут нет, да? Да и пара вроде не идет. Бывает там. Да, да, лежит. Can you talk? Выходи, блядь, на полый трус. Ну, не хочешь, чтобы микрофон что-то вообще никаким будет. Температура, блядь, ниже 5 только падает максимум, блядь. Короче, посмотрим, если он с 10... Ну, активничать начнет, потому что, смотри, тишина вообще идет. Ну да, да, сюда. Где он, блядь, ЮКАЙ? С 10 до 12. Вообще он сейчас должен быть активным, но что-то не хуя. Он же мозг даже отпечатки нигде оставит. Ну, он бы шевелил что-нибудь закрывать. Давай закроем двери. О, что-то это? Активничать начал, что ли? 5 импой, да, он смотрит. Только где? Не похоже на него, конечно. Уже после 12 он... Должен быть. Опа. Активным. Ну вот он активничает, видишь, свет включает. Блять, у него всего 2, с 6 до 8, с 10 до 12 он очень активен. Ну, опять свет включает. А сейчас уже типа час. А, типа уже хороший активничает, да? Типа уже, да. Ну, может, он перешел на летнее время? Или наоборот, да, перешел? Какой часовой пояс у нас с Японии? Где этот микрофон? У меня в руках. На, попробуй ты. Иди покури на улице. Да, пойду пасу на улице. Ссать хочу. Дверь открыл. Да ладно. Ну-кась. Да. Перед моим лицом. Ну, оставь отпечатку, и мы
С другой стороны попробуй. Да, есть. Fuck he. Ну, это, блядь, Андрю нахуй в итоге. Подожди, Андрю. Любовник? Да, да, который одного любит, другого атакует. Походу, это он в тебя влюбился. Ну, тебя же тоже не убил. Он типа бегает, но он не может, ну, насквозь типа пройдет и даже. Ну, он прям вокруг бегал. Он не хаотично бегал, прям бежал за мной. Так, ладно, что там, он свечку задуть надо ему, или что? Свечка там где-то по пути. Ну, свечка вот она лежит. А ему надо задуть ее? Да. Так, катана. Ну, я пойду просто. Что было? А, он сундук что открыл. Свет еще увидит. Это я фонариком. Ох, нихера себе. Кинчики. Задуй свечу. Да не открой ты ящик, а свечу задуй. Атака. Вот что, давай проверим. Чего знаем, да. Он за мной бежит, смотри. Я пойду катану положу. Он за мной бежит, да. Походу, да. Походу, он хочет тебя убить. Ух ты, что он какой быстрый стал. Под конец становится. Все, он кончился. Одну катану еще надо найти. Ну, у меня она здесь лежит. Так, картина. Полоска права. Черепом. Когда не прав. Кончилось? Да, у меня звук забагался. У меня тоже звук закончился. Череп вниз. Так, череп вниз, полоска вправо. Дед, по-моему, там нормально сразу сидел. А глаза. Дед нормально сидит. А глаза, по-моему, вправо тоже были. Лбом. Да. Тащи катану. Нормально повернуть. Все нормально. Глаза повернули. Все, пошли искать. Сектор клир. Короче, если атака, блять, только у меня от него бегать придется, да? Ну да. Ни одно не нашел. Нет. Вообще, блядь, нет нигде. А, он свечу же не задул еще, предметов нет. А, ептыщ, блядь, эй, Васяра. А свечи? Свечку задуй, да? Блядь, и то было, но. Вообще, я еще принесу свечку. Я их 4 штуки взял. Чтоб наверняка. Так, что просто. Блять, с этой 60 кадров поставил, блять, у меня просадок нет теперь, блядь. Страдать. У меня, блядь, рассудка. 15%, блядь. Ну. Фига себе. Я не буду жрать таблетку, блядь. Смысла нет ее жрать. Так, а что там по заданию-то? Не надо больше? Нет. С ружьями надо выгнать. Ну да, ты можешь, в принципе, колеса, в принципе, не жрать. Хотя, может, атаку начать за тебя. Шури, а что-то, блядь. Задуй свечу.
Бледина. Бабка, что ли? Задуй свечу. Ну хоть одну из четырех задуй, блядь. В смысле, а что ты вообще оттуда пошел? А что? Где у нас градус? Градус. Блять, страшные звуки, мне в уши нассали. Он себя здесь показал? Не. Температур труб внутри, блядь, под этим падает. Ну не знаю, давай ему здесь свечку поставим. Поставил уже. Да. Ну это как бы и логично, то, что прям температура потолчится хуевенькая. Мне на уши давит-то. Мне тоже. Ну, свечки в таком месте стоят. Тут он дверь закрыл, значит, да? Откуда, где я не вижу? Вижу. Сука. Да, за тобой просто бежит. Ну, какой-то шутник. Бля, задуй свечку, пути хорош. Ну, бля. Дуй, ну или пёрни, да, как-нибудь. Бля, какой ты стрёмный, а? Ещё ходишь, блядь, так ещё стрёмно. А можно я его насквозь пройду? Не думаю, не стоит. Может, триггернет. Ну он же меня любит. А змее похуй. О, задул. Задул. Какую? Да, ту задул. Так, один нашел. Один нашел. Нашел. Один остался. Тут в конце нету, где-то там в начале или наверху. Так, здесь сейчас на втором посмотрю. Да, есть гребень. Пойду нахуй сожгу эту руки. Да, сжигай нахуй второй. Сейчас минус уши будут, блядь. Сниму-ка я наушники. О, так уж. Крутые парни не смотрят на дни. Или на сожжение какой-то шкуры. А так я пошел к машине. Придешь, короче, отъедешь, я поссать пойду. Давай.
Так. Ай, кто у нас тут? Андрю. 300. А, чё, где? 300, блядь. 3500 не хватает, сука. Так, ладно, это... Всё возьму. И больницу поставлю. Тебе там что, надо просто в больницу или с ружья убить? С ружья. Ладно, ну это уже. Вот поэтому больницу. Блин, если он в коридоре, мы просто уедем. Потому что, блядь, сколько раз поиграли, ни разу в коридоре мы его не находили. Ну, в смысле, ни одной реки. Не загоняли его ни разу. Yeah.
Я что, пролагал это так? Потому что волки прогружались. Так, отвечайтесь, даже вместе. Ну, пойдем поболтаем. Блять, думаю, что дверь закрыта, только только эту дверь. Конец. Ты конченый, блять. Как ты мог объебаться дверь? Ты где вообще вот? Да меня, видишь, шатает что-то куда. Блять. Hello, motherfucker, hello. Сука страшная. Call me. О, хорош. Так, у нас туда дверь открыта. Ну нет. Опять коридор? Или сортир? Хорошо, если сортир. Это коридор, это вообще не круто будет. Блин, градусник пока нигде не хочет. Да и микрофон тоже молчит. Еще коридор, что ли, опять? Hello, bitch. Пошли туда, вверх-вниз. Чика-чика-ча. Hello. Блять, здесь температура упала. Да ну нахуй. Вот здесь, блять. Сука. Сука, черножок. Черкаш есть. Заебись. Да плазма, ладно, пошли, блядь, говно нести, может быть, попробуем, пока кресты есть, нахуй. Давай попробуем, микрофон вообще не хочет отвечать. Ты выкинул там много, блядь? Да, да, лежит там микрофон. Но вещи не пить этот, не наш клиент. А что там у нас по заданию вообще? Так, рассудок у нас нормас. Так, честь друзья, четко фотографию человека с помощью стекла. Порисуем немножечко. Два черкаша даже. Раз. Два. Блять. Здорово, мужик, блять.
По-моему, у тебя неплохо трясется. Сука. Так, два черкаша есть. Тут я им даже не реагировал на эту хуйню, на все. Минус. Минус? Ползарта. Да. Нихера себе сказался. Так, следы. Носовая, микрофон, ESG, рисунок, сетки рук, EMP не будет. Mm-hmm. И микрофон. Да что с мышкой-то, блядь? Хрен ты гусь. Мочко ебусь. Can you talk? Побезал. Сука страшная, блядь. Hello. Go smoking. Иду я за крестом, нахуй. Не оставлю здесь одного. Довольно-таки долгая зона, большая зона довольно-таки для этого холода. Сука. Так, а что у нас? Райджу, Мюллинг, Агаш, Демон. Вариант. Давай. Что у нас демон делает? Если он решит кого-то убить, остановить его будет очень сложно. Демон не будет отходиться на вас, пока вы не разозлите его. Не зли его, хорошо. Райджу. Райджу, Райджу, Райджу. Райджу. Одиночка, легкая добыча. Если когда. Если игроки ходят вместе, становится менее активно. Мюринг. Более агрессивный, если рядом нет источников огня. Если рядом есть источник огня, потушите перед тем, как начать охоту. Ага. Надо притащить свечки сюда. Свечки, 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 свечки. Блять, все уронил нахуй. Так, ладно, пойду за свечами. Это микрофон оставил, попробуй, может, ты тебе ответит. Дэй? Там куч... это где? В куче говна, которую мы оставили. А, нашел. What is your name? Can you speak? Are you here? Are you here, блядь? Отвечай, блядь! What's up, man? Нига, 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 нига. Кидай, сучок. Рассудок до 60 уже ушел. Ну, сейчас по колесу надо посчитаем. Так, а проклятый предмет мы находили, да? Да.
рисунок. О, демон. Такой, как он стрёмный. Чё у нас там по этим? Ружьё, фотография. Есть человек, блядь. Хватик, вижу. Возьму. О, нахера. Фил появился. Бля, прикольно фотки так делать. Тушите. Доброй ночи, демоны. Здорово. Чё, всех изгнали? В процессе. Солью их хуякой, солью. Да ты заебал щелкать, блять, у меня уже глаза болят, сука. Блять. Он изгоняет из тебя эпилепсию. Три вгоняет меня. Тебя в нее. ИМП заработал, блять. Одна часть ружья. Да щелкался, сука. ИМП заработал. Пойду горшок проверю. Угу. Смыть не забудь. А что нам еще надо было? Ружье, сфотку. Эктоплазму. Вот, фу, блять, этого. А, стекло, блять, точно. Экто этот, блять. Силуэт. Да, да, да. Экто этот. О, часть ружья. Одну часть ружья нашел. Я одну. Ля-ля-ля. Ты там что, опять наркофилишь? Да, вот только сейчас зашел, да, так надо. Там приключения сейчас, а то я сегодня проебал его. А там меня турки, наверное, сейчас ждут. Кукла в воду. Турки-приключенцы. Че? Кто дверь? А, ты это дверь. Да, да, подвале. Ну, в морге. Наверху был, нет? Был, не они. Сука, упали очки, выпало очко, не могу вставить. Вот это проблема очконавтов, а? Я не нашел. Уже. Сейчас хуя какая-то. Смотри, стекло здесь. Как так-то, блядь? Только та часть ружья, что получается у нас? Две. Одну ты, одну я нашел. А вот где третья, блядь? О, он кидался в это. В картотеке. Блядь, он появлялся, он бы фотка всего. О, все будет. Хорошо. Ты лупит. Еще одна часть ружья. И сфоткать, блядь. Да нет. Кажется, ваш призрак это пидор. Отмечайте его, идите в гей-бар, гей-бар. Фил. Там сейчас это, в морях. Может, типа, сдавать свой корабль, давать ему имя, блядь. У меня Галеон. Блядь, забыл, как Галеон назывался, сука. Голубая устрица. Голубая устрица, это у меня бригантина. Понятно. Шлюп чисто флюгеги Хайман, блядь. Бля, как же я Галеон-то назвал?
Как корабль назовешь, так он прилетел. Летучий, блядь. А, голландский штурвал у меня, блядь, где он? Сука. Ты, блядь, как смотрел, тут, блядь, в морге лежит запчасть. Да ладно. Да, на полу, блядь, меж котов. Слушайте, вы на легком играете? Вас вообще давно сжрал призрак или нет, мне кажется? Блядь, вчера или когда мы играли? После этого. Вчера он нас вообще изнасиловал, блядь. Просто, блядь, как детей не нахуй. Он нас так... Вообще вами не пользуется. В этом, в фармхаус он нас так наебал, блядь. Сохраняйся, чекай. Вот эти вот пидора. Не, в теории у меня есть вот это. Да. О. Мне на уши часим. Ну а появлялся тут, когда крутотик ходил. Да. Говно. Покажись, урод. Я твой рот сфоткаю. И урод, и в жопу. Какие у вас предпочтения странные? Чего? Что за прикол? Тележка еще появилась, померцал и пропал. Ghostbusters. А, застряла что в коллизии какой-то? Не поймал. Погода. Он здесь показался прям. Че, куб снизу? Когда ума показывается, это он одновременно на двоих, да, чтобы сфоткать могли или нет? Или тоже может по-разному? Ну, можно в атаку сфоткать, иногда он просто показывается. Вот, зачем? Да. Блин. Сейчас куклу заюзу, погоди. Готов? Я уже с ружьем бью. Есть атака. Он бежит. Не вижу. Да как такое? Черт, это что такое? Это что такое? Это новый какой-то, блядь. Нет, это гарпатный херок, хорошо. Валя. Я такого хера не видел, держал зыщу. Какая-то кракозябра, блядь, на 4. Ну это горбатая хрень только, а почему он ходит по-другому? Ну так они видел сам, анимацию перерисовали, блядь, жирничает, вообще пиздец, блядь. Это горбатая, я гора. Пам-пам. Да, особенно я удивился, то, что в одной карте там вообще клоун с кувалдой бегает. О, 3600, смотри, покупай. Чем не хватает? Ты говоришь, что 3500, что не хватает, или сколько? 50 тысяч есть! Давай, создавай, я к тебе пойду сделать. Блять, там квест такой, что там надо 3 раза карту запускать, блядь, потом. Думаешь, сейчас его делать, может, завтра уже. Ну, пап. Пошли хотя бы дом посмотрим, блядь. Надо хотя бы да посмотреть. И еще раз болит сыграть. А, ну да, тебе тоже заданьку. Как поменять? И как выходи? Применить. Меняй хату сейчас. Выйти. Да, переехал, не помню. Не помню, как хату менял. Ибо. Модняво. Светло, бля. Кидай год. Блять, тут даже как будто все четче выглядит. Создать лобби, скопировать. Создать. Ну, создаю и чё?
все появилось. Наконец. Че я скопировал? Какие-то циферки. Ну слушай, он у меня код лобби, типа такой, я хуй знает. Ну, я копирую, у меня то же самое выходит. Странно. Попробуй тогда. Я вообще к тебе присоединюсь или к кому-то другим? Я вот это понять не могу. А, понятно. Своя игра, присоединиться к приватной игре. Поставить, присоединиться. Я, кажется, какой-то другой лоб присоединился. Чуваком каким-то. Эх, ничего себе, хата какая блатная. Посмотри на монитор, они как будто, блядь, чьи. Лучше выглядеть стали, блядь. В HD, да? Поярче, ага. Поярче, так все нормально. Есть там приклейки? О, записка какая-то. Это, наверное, на квест как раз вот на этот ебанутый. Хорош светом баловаться. Ладно. О, очко есть! Блин, жалко мне интерактивчик не добавлю, только ну, там смыть мне хотя бы. Прикольно. О, чека. За список, бля. Тут, походу, нигде приколюх нет. Тут... Ну как, смотри, вон там дыня, блядь, в ванной. Это... Для ректального вырубача. О, выход, смотри, экзит. Экзит. Выход. О, внизу смотри. I don't want to leave. А, на полу. Непонятно. Пентхаус, пентхаус. I don't want to leave. Ну и все, больше ничего интересного тут нет, да? Что тут, блядь, по этой загадке? Записки, записки. Продолжение необходимо отгадать загадку из записки и место для необходимого произнести слово. Стена напротив душевой, произнести слово тайм. Стена напротив душевой. Тайм. Тайм! Мать твою. Ебать. Короче, тут в записке написано, что она ебаный призрак. Она про душевой. Иди в душ. Я тут комнату открою, блядь. А, нихуя. Нихуя. В нашем пентхаусе живет призрак. Вот. И так и знал, что не ошиблась в своих ощущениях. Мы действительно можем это сделать, пусть. Книга.
в принципе, записка все написана. Найденный бедолами я и научился. Короче, тут по этим запискам надо будет посылать там в бедлам, блядь, сделать то, потом вернуться опять какую-то записку найти, потом опять пойти в бедлам. Вообще такое надо потом просто сделать. Целенаправленно. Давай завтра ебанем. Ну да. Так, а сейчас добавим всякая хуйняка. Блин, мне нравится, что ты экранчик получше выглядит. Тогда вам туда как будто более четкий. Ну все, давай так сделать. Шаблон. А, нихера себе, потому что шаблонить. Кстати, раньше не было. Ну, типа, под одну карту, там, под другую сделать. Ну, типа, да. Я вот. Так, что нам этот? Какого там вот? Лёгко, да? Да, но лёгко. Или средний? Или сложный? Давай сложный, попробуй. Ну, пизда. Это будет весело. Очень. Ну ты в итоге легкую запустил, да? Нет, сложно вроде. Там не поменялось. Ну ладно, сейчас посмотрим. Ой, мы начали, вай. Так, а чё по заданию? Сука, ресните мудилы. Чуть дожми, снизите, друзья. Задуй свечу, соберите пакет с кровью. Собаки охуевшие. Че ты ржешь? И видосик. Смерть. Hello. Ну его в картотеке редко бывает он. Помощник хоть раз здесь был? Да. А, да, там в углу кого-то создавал. Девчонок, мальчишек, а также их родителей. Птичка. Блять. Естественно, страшные в тени вдалеке, блядь. Стой. О, здорово. Собачки. Кто страшный в тени вдалеке? Ты. Я. Как? Да. Где? В тени вдалеке. Так меня не было на горизонте. Блин. Hello. Дальше прохода нет. Это что, МРТ? Если они еще третий этаж сделают. А, нет, не сделают. Там даже двери, по-моему, нет, нихера. Голостинг. Не дорисовали.
Тут температура упала, кстати. Ну, она всегда почему-то низкая. Не всегда, не всегда. Ну, по крайней мере, его здесь нет. Не факт. В туалет. Это первая комната на этот. Где мне кажется, под подозрением. Вам уже пизда. Возможно. Про вас уже сочинили фразу. Ума я вам очень верю. На куда сайвры. Вы уже мертвы. Крейзи. Сука. Давай, я тут тоже появись. Нет? Ну ладно. Ёптать. Ага. Ёптать, здорово. Он отвечал. Какой. Ага. Знаешь, что здесь, понял. Сука? Здесь не падает температура. О, доска. А, нет, падает. Блин, или не падает? 15. Вот здесь вот здесь. Мне на очку надавили. Вот здесь вот где-то он стоит, короче. Опять типа в коридоре, блядь, да? Так что было. Бля. Хренасен, ну. О. Пугает, сука. Походу он тут. Да, пошли, короче, остальным тем приколюхами. Он, конечно, там конкретно разошелся, я так понял. Базарь. Я слышу, да, он базарь. Базаришь. Так, микрофон есть. Да, он отметится. Молниевый меч выбил, ебать, наконец-то, блядь. Что за бой сталкера, блин? Так, и ни хера, а где нас рассудок? Ты как сложно, ты что хотел? Особенно мой куда-то очень неплохо утек. Да, по одной надо точно вкинуть. Так, эту, давай камеру, из креста пойду, вон, пока. А ты все взял, да? Ладно, возьму это. Ой, фонарь. Что они с этим, блядь, триггером заломали, по-моему. Раньше он всегда на первый вход работал. Ну, кстати, не всегда. Иногда просто не пойдет. Всегда на первую работу. А сейчас на второй, на третий может сработать. Ага. Догоняет, жуть. Ути-пути. Отрицалка тут. Ага. Минусовая, так. И
И джинус не будет. Чего? Двигал что-то. А что он двигал? Не знаю. Два импы. Базар. Блять, поет, скрымаки кидает. Шо с... Ебать активная хуйня. Черкаши не видно. Тримпы. А чё у нас хант, гюлинг, гули, абадон? Я просто надеюсь, что это абадон. Блин, я это пугал, сука. А где у нас неграфон? 4. Снаружи. Он всем отвечает или нет? Да, всем. What is your name? А, ну ты же с ним говорил, что-то я туплю. Ну да. Блять, им просто не затыкается. Ага. Ну, максимум 4 показывал. Где там? Атака. Он меня с игры съел. Я слышал. Ну что ты там стал съебывай нахуй? Да пиздился, блядь. Так, ну если он сжёг крест, значит это не Абадон, может его нахер вычеркнуть. Ага. ЕМП вычеркивает вообще. ЕМП нахер не нужен, да? Ханту Гули или Мюлинг. Так. Но Абадон на крест не нападает, он тебе сжёг его. Кстати, было дело то, что он сжигал. Обычно охоте не читает ноду. Ну бегает как придурочный. Минус рассудок просто. Кстати, Ханту после разговора сильно снижает рассудок. Так он с тобой одинаково минус был. Вот по 4% был. Более спокойно рядом с огнем. Давай ему свечек туда принесем, посмотрим. Давай. Крест забери. Крест забрал, да. Так, огонь. Может разозлиться насчет охоты, если вы будете ругаться. Ну, вроде не ругаюсь. А сам бы ругался. Ну, блядь. Мы в дерьме. Ну, собственно, как обычно. Я ему тут свечку на выходе оставлю. На всякий случай.
дырку в сиську. Он пробежал мимо. Уя, борода, взбубились. Мозгов нет, блядь, в голове. Золотая, как будто есть, блядь. У тебя одна борода на всю голову. Вот так хрен его знает, закончит так или нет. Сука. А что ты свечки опять не поставишь? Иду, блядь, проверю. Блядь, он не закончил. Блядь! Нахуй, свечки, успокойся, нахуй. Ебать, крокозябр! Ебать, анимация, блядь. Выглядит вроде и кринжово, и... Пропал. Нет. Я хуй знаю, честно говоря. Надо посмотреть, что там, может, рисовал что-то. Попал говно. Ну, на вид это прям гуль ебаный какой-то. Даже не токийский. Больничный, блядь. Ничего нет там. Кроме никого. Закурить или не закурить, закурить или не закурить, да? Там кроме микрофона и мясо температуры ничего нет. А где ГМП? Куда ты уйдел? Так его же не будет. Ага. На рисунок, судя по всему, тоже. Ну, да, вот этот рисунок тоже исключим. Ну, это будет Ханту. А почему Ханту? То есть, типа, у нас с одним рисунком связан только этот? А, чуть не понял. Если рисунок, то убирается двое. Там у нас минус микрофон. А вот да. У нас отпечатки, рисунок и эктоплазма. Блять, эктоплазма там не было. Отпечатки рук. Рисунком тоже не рисует. Блять, отпечатком тоже не. Хуй его знает. Надо еще проверять, блять. Как если мы не успеем пройти даже? Ну, можем от него убежать. Нет, не точно. А тогда какой смысл, если мы сейчас выберем даже его? Не соберем ни хера. Да. Фух, поехали отсюда. Ну хуй знает, чё, кого выбирать-то? Мне кажется, это гуль. Как раз, который ты говорил. А разговариваем мы много, потому что мы как бы, мы поняли то, что игра регистрирует наш голос. Кузьмин, давай мюрдом попадем на него. Давай,
поехали нахуй отсюда. Легкую, блядь, пройдем, быстренько нахуй съем. Я миленько выброс. Блин, Бланка, гуль-гуль. Ой, бля. Гуль. 3000 за правильный ответ, блядь, просто. Гуль все-таки. Я был прав, сука. А зачем ты поменял на гуль-гуль? Как так-то, блядь? Че, Лёх, пойдём ли сейчас? Экзит. Э? Экзит. I don't want to leave. О, смотри, у тебя теперь дверь постоянно открыта. Ну, да, наверное, так оно ж типа триггерит квест. Наверное, когда будет пересоздавшая, она пропадет опять. Да, ну все, наверное, хули там, сколько там здесь заданий-то. А. Так у меня все засчитано. Да? Ты убил его, меня тоже засчитали. Блять, а у меня кукла Вуду была. Ладно, похуй. А так-то похуй, там 200 рублей даю, бля, 200. Да-да-да. Странно то, что у тебя кот в цифрах есть.